Расступись, честной народ, хватит на всех места. Люба дорого смотреть, сватают невесту. Песни, хороводы, танцы, угощения. За это масленицу любили всегда. В селе Ахтуба так масштабно ее решили отметить впервые. Население тут небольшое, все друг другу близкие люди. От этого праздник получился еще ярче. Масленица – это вообще замечательный праздник. И мы вот в этом году с нашими жителями деревни Ахтубы решили отметить, встретить нашу масленицу сегодня, здесь и сейчас. Организовали для них такое праздничное мероприятие, создали дружеское настроение. Весенняя атмосфера, метание валенков и перетягивание канатов между детьми и взрослыми. Ну и какая масленица без блинов? Главное угощение проводов зимы досталось абсолютно всем без исключения. Масленичные гуляния по традиции закончились сожжением чучела. Сгорело оно за считанные секунды. Мы играли, веселились, блинами угощались и чучело сжигались. А впереди у нас ждет Великий пост. С праздником, дорогие друзья! Денис Макаров, Гулия Нигматуллина, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.